Вот уже третий день международная группа из 50 человек, в состав которой вошли члены известного клуба путешественников «Намадмания», находится на освобожденных от армянской оккупации территории Карабаха. Сегодня иностранные гости прибыли в село Городец Физулинского района, где смогли воочию увидеть процесс обезвреживания мин, заложенных армянами. Путешественникам из 26 стран рассказали об армянском минном терроре, жертвами которого стали сотни мирных жителей уже после окончания военных действий, а также как страдает флора и фауна региона. Кроме того, иностранные гости узнали, что Армения, нарушая международное право, до сих пор не предоставила Азербайджану точные карты минных полей, что значительно затрудняет работы по восстановлению Карабаха.